Чья? В глазах моей лирической героини вижу прищур абсолюта, заглядывая в маленькое окошко с двойными деревянными рамами крестом. Зимнее солнце легко проходит сквозь затуманенное местами стекло. Абсолют зеркалит солнечным зайчиком прямо мне в глаза с помощью маленького зеркала в глазах у лирической. Она принимает смиренный вид. Видимо, у нее уже есть план. И ласково улыбается мне, просовывая под дверь листочек с обещаниями. Быть примерной, деликатной, комфортной для других. Она терпеливо играет эту роль для меня. Но ее прищур и вновь объявшие ее веселье, и эти прямые, расходящиеся во все стороны от нее лучи, прямо говорят, не верь глазам своим. Она все-таки обманула меня, прикинувшись моим гомункулом, но выполняя волю пославшего ее. Люблю ее.